Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Большинство российских водителей сейчас переживают в первую очередь из-за дорожающего горючего. Второе место в списке причин для волнения, по данным РИА Новости, занимает рост цен на автомобили. Далее идут качество дорог, дорогое обслуживание машины, нехватка парковочных мест. Реже всего в ходе опроса автовладельцы упоминали пешеходов, перебегающих проезжую часть, где попало. Трасса 101. В этом году каждый пятый погибший в ДТП на дорогах Кировской области водитель или пассажир не был пристегнут ремнем безопасности. Общее число таких летальных исходов, по данным ГИБДД, 18. Всего было зафиксировано более 120 аварий, где хотя бы один находящийся в автомобиле человек не воспользовался ремнем. Штраф за данное нарушение, напоминает госавтоинспекция, составляет 1000 рублей. Трасса 101. Автоугонщики изменили свои предпочтения. Если в недалеком прошлом в списке наиболее похищаемых авто на первых местах фигурировали премиальные марки, то теперь это бюджет и середнячок. В Москве, по данным страховщиков, самой угоняемой моделью в этом году стал Hyundai Santa Fe. Ненамного от него отстает Hyundai Creta, на третьей строчке Kia Rio. Далее идут Mitsubishi Outlander и Hyundai Tucson. Трасса 101. В ходе опроса большинство автолюбителей признались, что сбрасывают скорость там, где установлены дорожные камеры. Если бы их не было, то нарушать скоростной режим им ничто бы не мешало. При этом почти две трети респондентов одобряют штрафы за превышение скорости. Примерно столько же участников исследования считают, что комплексов фото-видеофиксации нарушений должно быть больше. Трасса 101. Несмотря на активное продвижение в информационном пространстве темы зеленых автомобилей, их доля в российском автопарке по-прежнему вызывает улыбку – 0,03%, или немногим более 12 тысяч штук. По данным агентства «Автостат», больше всего электромобилей зарегистрировано в Приморском крае. В основном это праворульные Nissan Leaf. На втором месте находится Иркутская область, на третьем – Москва. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.